Люди устрояют на земле жизнь свою полегче, побогаче, утопают бедные во зле, ненавидят, ссорятся и плачут, расточают яд сердечных ран, ранят тех, кто тоже человеки, душ своих пороки и изъян изливают, как в разливе реки. Так идет из рода в род, сеют зло, его же пожинают, а потом кричат: «А где же Бог? Мы его не видим и не знаем». И опять грешат, 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 и живут несчастными на свете. А Иисус 2000 лет назад их грехи с собой на крест повесил. И прийти всего лишь надо им на Голгофу, где Иисус распятый, где Он умер и воскрес живым, где за грешных заплатил Он плату. Люди избирают на земле путь пройти без Бога или с Богом, жизнь прожить и утонуть во зле, или света и добра дорогу. К сожалению, трудный узкий путь мало кто сегодня выбирает. Жить хотят без Бога как-нибудь, и опять грешат и умирают. А Иисус любил их, звал и ждал, руки распростерты над планетой. Бог за грешных в муках умирал, им открыл Он смертью царство света. До сих пор Голгофа благодать льется, грешных к небу призывая. Кто придет, тот будет пожинать радости спасения, счастья рая. Аминь.